вышел на зубров. Вон они стоят. Видно в лесу. Два повыше. Вон хвостом виляет. О, пошли, пошли. Побежали. Три. Там три было. Целый гурт. Четвертый туда пошел, потом еще два. Пять, шесть. Во, они бегут, как танки. Слышно, как прям грохочет все под ногами у них. А один упал оттуда сверху. Тот прям через тропу перешел передо мной. Сейчас я дальше пойду. Там свежие следы и кучи, наверное, будут зубровые. Вот первое на 6,5 километре первое зверье. Ну, то ли еще будет. Еще зубры. Целое стадо. На 10 километре, почти на 11. Огромное стадо. Танки. Там, кстати, малые есть, телятки. Такие прям годовалые. Вон они. Вот мы в тот раз на машине поднимались, видели большого здорового самца. А тут сейчас целый гурт ходит. Я уже минут через 15-20 приду. О, там еще олень. Жалко, на видео будет не видать. Олень щеманулся туда, в сторону. Ох ты! Да там целое стадо оленей. Ё-моё! Вот это да! А зубры прям вот они, близко. Блин, жалко, не видно. Ну, видно, будет там движение какое-то, и все. А олени сквозанули, я сквозь деревья увидел. Как две стрелы, прям такие. Пчу. Так, ладненько, что, пойду догонять зубров. Это был старый хунтер и команда русского экстрима. Пришел на 11-й. Как видно, тут снежок есть побольше, чем ожидалось. И что-то небушка у нас хмурая, как бы что-нибудь ночью не насыпало. Мне еще путь держать тудой. 21-й, то есть 10 километров, еще примерно часа 3. Вот. А сейчас подробно покажу домик. В 2008 году его построили. Потом еще модифицировали, модернизировали. Короче, там евроокна стоят пластиковые. Висит солнечная батарея. Сейчас зайду внутрь, покажу, как там все работает. У меня привал. Лежит рюкзачок. Чай тут нашел, еще хороший, надо забрать. Вот, ну и вот в окна смотришь. В окошко видно горы. И здесь есть все удобства. Свет. Светодиодная лента. Ночью очень ярко светится. Ну и есть зарядка для телефона. Вот. Ну а я сейчас покурю. Да в путь дорожку, Иген. Надо успеть сегодня до 21-го дойти. Затопить печку, посушиться. Я уже весь мокрый. Как и шмек пот нам осталось. Все, а вот тут флаг висит. Весь исписанный какими-то затертыми цитатками. Весь мир как на ладони, ты счастлив и в нем. Почему и в нем? Типа он такой плохой, что даже в нем ты счастлив. Вот они, наши горы. Горы, просторы. Сейчас вот тудой, на эту вот Голгофу, там крест будет стоять. Зайду, осмотрюсь. Ну а дальше вот снежок сыпет, уже нехорошо. Чтоб оно до утра все рассосалось. О боги Вальхалы, внемлите войну своему. На этом не прощаемся. Это был старый хунтер и канал. Можно сесть лет на 10. Здесь ночевать опасно. Ибо сам полез, ибо хотел. Вся уже жидкая. Белое безмолвие. Хожу в 14-м уже. Ну, примерно
Вон оттуда я шел. Прошел вон те все холмы. И Голгофу прошел, все прошел. Ну и теперь следы пролагаю. Зима, полагаете вы? Полагаю. Ведь я уже сам давно как компьютер лагаю. Остается 7 км и будем на месте. Я и мои палки. Еще рюкзак, еще Razer, телефон. Это домик на 14 километре. Останавливаться не буду, просто небольшой привал сделаю в этом домике, пойду дальше. Это уже второй, я иду на третий домик, на 21 километр. Вот. А здесь уже просто довольно давно не был. Сейчас надо зайти. Ух ты, блин, снег такой большой. Зайти глянуть вообще, что тут такое. Ага. Картоха висит, вся уже жидкая. Хлеб висит, крупы. Овсянки, мовсянки. Вот мне бы сахар найти, было бы хорошо. О, чувак, это я рисовал. А еще коте. Тоже я рисовал. Коте, коте. Коте, коте, коте. Так, что здесь такое у нас в пакетах? Пачеты. Надо будет посмотреть. Ладно, зайдем в сам домик. Во, а тут вообще кайф, матрасы лежат. Вся фигня. Только вот окошко кто-то выбил. А мыши погрызли всю эту подстилку. Здесь тоже есть свет. Так он включается. И тоже есть зарядка по телефону. Какой-то ключ висит. Вот, не будем тратить электроэнергию. Здесь печка, говорят, что уже приходит к джоху своему. Поэтому здесь ночевать опасно. Может загореться крыша. И тогда за порчу заповедное имущество можно сесть лет на 10. Вот, поэтому мы тут все аккуратненько закроем. Выйдем из домика, покурим, пойдем дальше. Выдвигаюсь на магистраль. От домика сейчас поднимусь и пойду уже в ту сторону. Вон тудой. Нацепил очечи, потому что если долго смотреть на снег, можно поймать зайчика, даже белочку. В избежании таких внезапных зверьков лучше глазки поберечь. Здесь трава мой рост. Так, иду по этому полю. Иду-ка я по полю. Тропа, хорошо, что снега мало и тропу видно. Вот эта белая полоска, это она. Ну и мне осталось чуть больше 5 км прошагать. И будет все бебенчик. Офигенчик. Вот, конечно, трудновато вверх переть по снегу, но что делать? Кому сейчас легко. Ибо сам полез, ибо хотел. Так что надо все преодолеть, добраться до этого домика, затопить печку, выйти на связь, лапочки все скинуть, видосики, фоточки. Фух, что-то я расчувствовался, все, заняшкался вообще. Надо сначала дойти. Ладно, погреб я. The old hunter for our channel, especially for K. Вечер в горах. Что может быть круче? Солнце закатывается тудой за гору. В домике тепло, печка топится. Я за дровами хожу тудой-сюдой. Сейчас еще надо рейсок сделать. Там дров-то уже не осталось.
жопсть. Вот. А вон там, где вот ложбина вот эта промеж горами, там речка течет. А с другой стороны, если вот так вот зайти, вон за тот, что видно пупырь, там будет хребет уже, который к вершине идет. Два хребта получается. Вот первый, вот второй. И вон то, что мы видим, это не вершина. Она дальше, вот за тем пупырем. Вот. Ну, вот такие у нас зимние каникулы. Завтрачка уже надо бы домой рулить, чтобы снег только не было. Ну, хотя тропу видать. Я там еще и пробил, когда шел сюда. Посему все будет. Дойдем, доползем. У меня тут снег на 21-м. Такой просыпной. Обратно идти, дай бог, чтоб следы не замело. Это ж будет жопа. Умничка, всех мышей поразогнала. Прощаюсь с гор. И спускаемся мы с потаенных вершин. Hi, it's the old hunter for our channel, especially for K. Вот. Вот сейчас такую интересную штуку заметил. Идешь по старым следам и легче, когда на тень. Сопровождает меня. А это старые следы. Песня такая есть. I'm going home. Дальше не помню, что там они пели. Вот так вот среди гор, полностью очистившись от всей грязи, которая была внизу, в обновленном состоянии возвращаюсь домой. Прям уже почти стихами заговорил. Вот так вот.